Сегодня на инвестфоруме в Сочи Борис Дубровский подписал соглашение о развитии Карабаша. Его превратят в город будущего. Автографы в документе поставили губернатор, власти муниципалитета и представители русской медной компании. Подробнее о том, как планируется преобразить город, нам рассказал по телефону пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федичкин. Соглашение касается социально-экономического развития данной территории. Инвестиции в социальную сферу составят компании РМК более 3 миллиардов рублей. На эти средства будет реализован ряд инфраструктурных проектов. Это новый жилищный комплекс, который планируется построить в Карабаше, который будет находиться в очень интересной рекреационной зоне. Это строительство дворца спорта, ремонт дворца культуры и ряд других таких серьезных социальных объектов, которые, серьезно улучшат качество жизни жителей Карабаша.